Сейчас я вам покажу творческая работа «Графский камзол». Как в испанский костюм превратить старое башкирское платье, знают в районном отделе культуры. За неимением средств и наличием огромной фантазии. И не такое можно придумать. Может быть, не совсем он сделан правильно, но тем не менее для зрители же это непонятно, что тут совершенно не испанский узор, но со сцены смотрится очень замечательно. Но костюмы старых запасов. В этом году закупили ткань и пошили новые. И средств, которые выделили областные парламентарии в Тюльганский район. Во многом благодаря депутату Александру Сало. За 7 лет направили более 11 миллионов рублей. Львиная доля каждый год тратится на культуру, на реставрацию сельских ДК, где теперь есть и автономное отопление. Там было электрическое отопление. Но представляете, отопить здание электричеством – это очень-очень затратно. Все-таки газ он дает более экономичный нам такой вот, ну, можно сказать, экономию средств, которые, может, направлены на какие-то другие расходы. С визитом и снова с подарками. Александр Сало дарит местным ДК, оргтехнику, компьютеры, принтеры, без чего даже творческие люди обойтись не могут. А их в Тюльганском районе не счесть. Есть народные творческие коллективы, которые за это завоевали, были неоднократно лауреатами различных конкурсов. Есть у нас ансамбль «Юшатырь», который поддерживает те культурные наследия, которые нам передали наши родители, наши прадеды и деды. И уже есть планы на будущее. Социальную сферу в Тюльганском районе продолжат финансировать. На следующий год мы должны, во-первых, в каждом селе сделать детские площадки для детей, которые необходимы, чтобы у нас ребенок сельским должен отличаться городским ничем. Вот я думаю, что мы как раз будем все внимание обратим детям. А вот и наглядный пример. В самом Тюльгане вовсю ремонт ДК. Но ко дню работника сельского хозяйства внутренние помещения привести в порядок успели. А потому на сцене веселые песни, а в зале довольная публика. Ольга Патрушева, Константин Воробьев. Наше время.